наступлением погожих дней во дворах городских многоэтажек возобновились ремонтные работы. В марте 2015 года вступили в силу обязывающие правила Даугавпилсской городской думы по обустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Городская программа предусматривает 50-процентное софинансирование работ по нескольким направлениям, включая благоустройство дворов, устройство освещения, строительство автостоянок и реконструкцию дворовых дорог. Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства со своей стороны уже третий год проводит работы по капитальному ремонту дворовых территорий. В этом году основной упор сделан на ремонт тротуаров, которые представляют опасность для пешеходов. В 2015 году мы провели капитальный ремонт на 7 дворовых территориях, да, и общей площадью 1543 квадратных метра. В 2016 году на 5 дворовых территориях, но общей площадью 1800 квадратных метров. Да. В этом году немного изменили подход, да, больше внимания будем обращать именно на тротуары вдоль домов, да, так как там все-таки пешеходы ходят, и поэтому мы решили, что именно часть тротуарную мы будем ремонтировать. И запланировано в этом году отремонтировать тротуары у 12 домов, да, и общей площадью на 1750 квадратных метров. По нескольким адресам подготовительные работы проведены или подходят к завершению. Как подчеркивают руководители предприятия, ремонту предшествует детальное обследование территорий. Работы производятся только во дворах, пребывающих в аварийном состоянии, с торчащей арматурой или полностью изношенным разбитым асфальтовым покрытием. Капитальный ремонт тротуаров проводится за деньги предприятия, заработанные на оказании платных услуг. Средства на эти работы предприятие наше использует то, которое само и зарабатывает. Да? То есть здесь нет разговора о том, что именно жителям этих дворовых территорий какие-то дополнительные оплаты. Планы составлены на весь сезон дорожно-строительных работ. Отдельно предприятие организует ремонт дворовых территорий по городской программе софинансирования. В числе ее участников дом по улице Тарту 11. На общем собрании собственники квартир решили оборудовать во дворе автостоянку на 38 парковочных мест площадью 250 квадратных метров, а также благоустроить двор. Общая стоимость работ составила 27 300 евро, из которых 12,5 тысяч евро – софинансирование Думы. Уже установлены знаки, запрещающие остановку транспорта в рабочее время. Строительные работы на этом участке завершатся к концу мая.